Швеции. Растягиваем человека. Теперь немножко бедра поднимаем, а ты голову опускай. Пускай висит голова. Всегда висит голова. Сейчас опускай ее. О. Медленно расслабляем. Вот. В этот момент уже позвоночник растягивается. Возможно, хруст. Был здесь? Он был в шее. В шее, да? В шею хрустнула, расслабилась, да? Таким образом мы еще дополнительно ее выровняли относительно оси стола. Опускаем руки в бок, голову на бок. Руки свешиваются, голову на бок. Так, ну чтобы ничего не скользило, все-таки да я предлагаю накрыть. А я же повороту буду. Распрямляем, да, повороту. Что, мы шею, да, сейчас? Да? Что? Вот, чтобы было видно, и чтобы руки не скользили. Еще раз показываю. Ну, я сейчас открою, чтобы было видно, да? Волосы уберем. Чтобы клиент ничего не говорил, не сопротивлялся и не помогал. И не предугадывал наше движение. Поэтому не говорим ему, поверни как надо, да? А сами берем, вот он голова в наших руках, поворачиваем и кладем. Кладем скулой вниз. Вот нужно почувствовать, что на скуле вот на вот это лежит голова, да? Чувствуешь? Угу, на скуле. Вот. А верхняя точка у нас не скула, а верхняя точка вот здесь, да, головы, на которой мы будем совершать вращательное движение. То есть нам нужно сделать рычаг, понимаете, да? На этот рычаг мы устанавливаем вот эту вот долю мяса нашего большого пальца, да? А другими пальцами хватаем череп вот здесь. Потому что движение одновременно. За череп мы оттягиваем голову еще шире. Как я говорил, навредить нельзя, потому что все наши движения на растяжение только идут. А вот этим пальцем мы поворачиваем сюда. Такое одновременное движение. Поворот и растяжка. Да? Соответственно, если шея лежит по оси, вот смотрите, вот туда, примерно, да, к области, ну, к бедру, да, к краю бедра, так скажем, да, то движение мы будем делать по немножко другой диагонали. Вот туда, так градусов примерно на 30 больше, да, захват. Поэтому рукой мы упираемся не вниз, не в нее, не в плечо, а именно вот где ключица заканчивается, да, вот туда. То есть у нас поворот, давайте примерно скажу, от оси позвоночника мы уже повернулись градусов, ну, примерно на 15-20, да, и еще плюс 30. То есть общий угол получается градусов 50. Направление нашего движения, да? Вот такого. Запомнили? Беру. Так, чуть сползла голова. Поправили. И давлю вот туда. Вот я сейчас просто хочу, чтобы ты попробовал давить, да? Поэтому только подготовил. Может, попробуешь сам подготовиться? Так, подготовить. То есть полностью она вот клиентка. Лежала так, да. Лежала так, да. Я говорю, так, давайте сейчас повернем вашу голову, значит, на скулу, правильно? Угу, да. На скулу, значит, и давлю именно вот в это здесь место. Держишь, да, все правильно. А вот за череп прям держу. Ну, может этим, не пальцем, да, вот так вот. То есть вот так? Да. И вот тут чувствуешь кожу, да? Вот именно на эту кость, Да, вот сюда. На эту? Да, сюда. Так, и... Вот именно в это место, да? Да. Давайте. При этом говоришь ей, чтобы она расслабила шею, плечо. Да, расслабьте шею. Значит, в основном плечо. Отвлекающий какой-нибудь анекдот расскажу, чтобы человек не думал, особенно если он в первый раз приходит, да? Все, кто пробовали, все знают, они так получаются. Да? Молодец, значит, все, слушай. Да, молодец получилось. Все, как вы себя чувствуете? Главное, что неожиданно. Будете ко мне ходить? Обязательно. А еще раз повторить. То есть это страшно только снаружи выглядит, да? Чуть-чуть. Вот так. С половиной. То есть не бояться ее. Вот, да. Да, не бояться, да. Так же берешь. Так, расслабьте все. Значит. Угу. Давай. О, отлично. Слушай, руки у тебя отрылись. Слушай, у меня прям получается с первого раза.
Вот я хочу обратить внимание. Оставлю отзыв тебе. Да, оставим отзыв. Хочу обратить внимание. Заметила ли ты? Да. Нет, не ты. Вероника, что движение у него было вот именно вот в ту сторону. В момент хруста. Видела, да? И поворот. Честно говоря, он так быстро это сделал. Да, просто так вот такое вздохнуло, что очень правильно. Ты прям почувствовал, как надо, да, прям куда надо. Так, теперь давай покажем на другом.